Здорово! Сегодня в видео я хочу показать новый баг, который находится на карте Гнев Хана. Для этого нам понадобится любой вертолет. Я взял вот такого кабанчика на ускорителях. Итак, давайте посмотрим, что же это за баг. Залететь за карту Гнев Хана оказалось проще простого. В квадрате Е2 здесь у нас есть дырка. Сейчас мы вот так вот залетаем аккуратненько. Ну и в принципе все. Мы за картой объехали вот эти вот невидимые стенки, можем летать где хотим. Ну, давайте посмотрим, что же здесь у нас находится. Самое забавное, что можно летать под картой, здесь видно все, включая игроков, и в теории даже можно попробовать кого-то затаранить, пострелять, и в принципе, я думаю, даже никто не поймет, откуда по нему стреляют. Ну и конечно же, мне захотелось проверить, насколько далеко я смогу лететь от карты. Мне кажется, все-таки существуют какие-то барьеры, я врежусь в какую-то невидимую стенку, но все же интересно посмотреть, насколько далеко я смогу улететь. Я улетел уже достаточно далеко, здесь прикольные виды открываются, я еще никогда не улетал так далеко от карты. Облака, солнце, небо, все это сочетается прикольно на этой высоте. Ну и, конечно же, давайте посмотрим на карту. Карта у нас вообще маленькая, с каких-то ракурсов ее видно, с каких-то нет. Мне кажется, если я долечу еще дальше, то там ее не будет видно от слова совсем. Yeah.
Я до сих пор лечу, порядка 10 минут уже прошло. У меня, к сожалению, уже закончились ускорители. И такое чувство, что я практически не двигаюсь. Здесь огромная дистанция, поэтому... Кажется, что я практически никуда не лечу, хотя скорость у меня приличная, и если, конечно, присмотреться, то все-таки я двигаюсь. Ну, посмотрим, что будет дальше. Прошло, наверное, еще минут 10, я, честно говоря, уже запарился, но я практически пролетел все маленькие облака, прямо по курсу у меня остались только вот эти вот два больших круглых облака. Ну, я лечу, самое интересное, я лечу. И сколько это будет продолжаться, я, если честно, не понимаю, но летим дальше. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Прошло еще, наверное, миллион лет, и вот этот промежуток пути от большого облака и от последнего маленького, он был очень затянутый по времени, наверное, самый долгий. Но все-таки у меня не получилось долететь до большого облака. Я резко врезался в какую-то невидимую стенку, причем она как будто меня магнитила, я не мог никак взлететь. Я пытался как-то загарпуниться, как-то, может быть, взлететь, но у меня в итоге ничего не получилось. Меня просто не отпускала эта стенка никаким образом, ни взлететь, ни как-то... Просто оторваться от этой стенки у меня не получилось. В итоге я, к сожалению, взорвался. И все мое потраченное время испарилось буквально за пару секунд. Ну вот как-то так. Пишите в комментарии, как вам этот баг. Летел я до края карты порядка 30 минут. Это было очень долго. Для вас очень быстро. Но... Тачка стала себя максимально неадекватно вести, она просто как будто прилипла к этой стенке и никак не хотела вылетать, и в итоге я взорвался каким-то образом. Ну, 30 минут, короче, улетели буквально за пару секунд. В общем-то, на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх, буду рад вашей подписке. До новых встреч, пока! Just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down.